неоценимый, честное слово. Потому что Глеб Подпичук, если меня сейчас даже убьет, не хотел работать над этим проектом. Он говорил, нет, у меня тут такие свои творческие планы, правда, мне некогда, столько телевизионных проектов. И, в общем, он действительно очень востребованный человек, не только как композитор, вернее, наверное, не столько как композитор, сколько, ну, вы сами знаете, актер, артист, певец и так далее. И я писала, Настя, пожалуйста, ну поговори с ним, ну хотя бы еще одну арию. Она говорит, не знаю. Ну, в общем, вот так вот нашими совместными усилиями он написал несколько арий. Спасибо, Настя. Ну, для меня, наверное, все приятное. Не, на самом деле, потрясающая команда, потрясающие артисты. И в работе царит такая атмосфера какого-то праздника и радости. Ну, по крайней мере, я ощущаю это. Может быть, внешне как-то сейчас там проявляться, ничего не получается, все падает из рук и так далее. Но кокетство. Это кокетство, да. Потому что вся команда замечательная, замечательные артисты. Я действительно получаю удовольствие, даже как зритель, когда сижу в зале и вижу, как работают эти потрясающие актеры. Вот, поэтому для меня приятно. Приятно быть сейчас здесь, и приятно будет сегодня находиться на этом спектакле. Для меня это первый такой проект, поэтому для меня самое сложное было все. А из приятного это когда уже у нас начали собираться все костюмы, мы начали смотреть все на сцене, и картинка начала появляться, это было самое приятное. Самое неприятное. Вопрос не так стоял. Это было то, что на протяжении 3 месяцев, каждый божий день, по несколько раз за день, я убивал бедного Антона Авдеева. Антон, прости, ничего личного, но сегодня придется повторить. Хорошо, я запомнил. И, конечно же, самое приятное, это, как и любой артист, это поиск. Всегда поиск чего-то нового, чего-то важного. Работа, 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 работа. Я люблю копать, обожаю просто это делать внутри себя, вытаскивать что-то новое. Вот это самое главное. Так что если кому-то нужен бассейн, то знаете, кому обратиться. Человек любит копать. На самом деле, самое сложное в этом проекте было то, что вы не представляете, сколько творческих идей потенциально могло быть вложено в этот проект, но не было, к сожалению, просто потому, что время работало против нас. Мы действительно работали сутки напролет, и это было и на площадке творческой, и вне ее, потому что это было ночами, это было выяснение, что же можно еще, как же можно усовершенствовать, как же можно добавить, но не резиновая, к сожалению, все это время. Мюзикл Пушкин, он, конечно, невероятно огромен, но уместить его в один мюзикл, 3 часа, очень сложно. Поэтому самое сложное – это у нас за временем вместить еще 1 час в 24 часа. А самое простое и самое замечательное – это, на самом деле, лично для меня то, что я могу молиться открыто на сцене. И замечательные арии молитвы, написанные Антоном Тононовым, которые и Пастушенко, прекрасные слова, которые я люблю произносить со сцены, потому что, ну, нет ничего приятнее быть искренним, тем более на сцене. Ирина. А вот там уже режиссер всякие жесты делает. Спасибо большое. Все было сложно и все было приятно. Так, жалко, что не было часиков Гермионы, правда, говорит Вера, чтобы повернуть их и еще этот день прожить. Повернуть и еще прожить этот день. И еще невозможно. Поэтому мы создавали с Антоном этот мюзикл год, а потом еще полгода был постановочный период, и, наверное, это мало. Я думаю,